что, собственно, хочет Армения, какова стратегия Армении в этих условиях. Россия за нее задачи не решит. Никто другой тоже не решит. Ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты не решат эти задачи для Армении. Поэтому Армения должна, ну, с учетом всего того, что произошло последние десятилетия, особенно в последние 2-3 года, должна для себя решить, что возможно и как до этого дойти.